Финский залив, и мы едем по дамбе. Это мост, это все? Это не мост, он дает от дна, он перекрывает. А, перекрывает. Это щиты. Ага, на щит, понятно. Компьютер, система управления, чтобы наводнения не было. Так, это вот, вот это справа у нас что? Финский залив, а, Сестрорец. Зелетин, Шаваши. А где вот это, что замерзало, и потом покажешь? Вот это и замерзало. Вот это такое большое. Так все море замерзло. И что можно? Глубина-то маленькая. Так что вот такое расстояние. А мы вот это расстояние на пороге, да, шли, когда вот это раньше. Ну вот место от какого, откуда шел порог. Да. А теперь вот видите, как хорошо сделали. Там продумано. Ну дорого еще. Там растраты, там сошали, там все. Дорогое, да? О, выгода большая. Вот это перекрывает море от Невы, чтобы не было наводнения, сделали такую дамбу. А вот смотри, Борской Кронштадтский собор слева. Обратите внимание. Когда-то не слышно. Когда-то? На пороге вот это не когда пороги сделали, как ты говоришь, там да, красиво, да, кстати, дождик прошел. Дождь идет? Ну, мы как приедем, может, он пройдет. Это Кронштадт или за Кронштадт. Островок какой-то в Финском заливе. Везде вода, вода. Финский залив закончился, сейчас будет Кронштадт. Вот город Кронштадт начинается. Мой город, где я родилась. Спрашиваешь, почему же чересчур это самое? Ну, это же на попадание стреляли. Стреляли много. А ограждение винта сняли. И как это самое начало? Чувствуется? Да, ну то, что 2,5 тонны, 50 узлов. А, 50 узлов скорость, когда она идет, или реактивная это самое. Бригады писал диссертацию, Это бывшее немецкое кладбище проезжает. Лучше, наверное, дождь будет сильный. Каботажная гавань, каботажная. Мама же нет давно уже. Сейчас направо мы это прикрываем. Кронштадт. Движение вдоль по мосту закрыто. Вот это центральная улица. А как она называется? Кто? Улица. Это штабные. Вот это учебный отряд. Тут был огромный. Я получал, конечно, учебный тысяча отряд? Человек. 1300 ого. Человек. Вот. Ну вот через мост. А вот тут какие-то ракеты. Вот, нам надо туда попасть, и нам из-за этого приходится объезжать. Вот это Кутна. Это тюрьма? Нет, это какая красота! Ну, сейчас мы пропустим, я прикинем. О, красивый какой, золотые купола. Давай, и меня.
Давай вместе. Видео. Сейчас добавим. Снимаю, потому что я хотела что-то перспину. Интересно было, у них тут такие кресты. Давайте я сфоткаю тоже на фоне этого. Почему нельзя? Везде можно.
Ну подожди, я же... Здравия всем. Явка, конечно, я.
крепкий. Круто. Все билетики мне показали? Да. Хорошо. Итак, добро пожаловать в Кронштадтский морской собор, освященный в честь святителя Николая Чудотворца. Собор является главным храмом военно-морского флота и носит статус Ставропигиального, сориентирован по горизонту в соответствии с ромбами. По третьему ярусу на южной и северной стороне, соответственно, два крупных витража, выполненных в форме круглых корабельных иллюминаторов. Это делает собор похожим на корабль. Площадь каждого из них 52 квадратных метра. Главным храмом военно-морского флота наш собор прошел до революции 1917 и в начале 1918 церковь была отделена от государства, было произведено в Ростовской откровенности. Власти появились планы устройства кинотеатра и дома культуры с оборудованием раздевалок, буфетов, курилок, туалетов, оказывалось давление на прихожан. И фактически собор был закрыт 14 октября 1929 года. Имущество было разграблено, церковный архив сдан макулатуру, проектно-строительная документация сожжена, уничтожена. За неликвидностью был разрушен уникальный мраморный резной иконостас с самоцветным произведением мастерской скульптора Александра Петровича Попова. Пластмыта позолота с рельефных орнаментов главного купола и куполов в моде, закрашены заштукатурены мозаичные иконы, заштукатурены розы. В 1930 году были сброшены пустые колокола, также не обошли стороной мемориальные плиты с именами погибших моряков. Большую часть плит разбили осколками вмачивали тротуары, вот такого же хотела. Белые плиты алтаря используют как скамейки в общественных банях. На десятилетия были преданы дождением тех, кто своими подвигами снискал славу российского флота. Кронштадтский морской собор был переделан в кинотеатр имени Максима Горького. В 1939 году здание собора было передано на помощь Балтийскому флоту, и, возможно, благодаря этому его не постигла участь многих православных храмов, он не был разрушен. На долгие десятилетия лишенных крестов на куполах он единственный уцелел из 33 кронштадтских храмов. Андреевский собор, например, где служил святой праведник Иоанн Кронштадтский, а безбожники стерли с лица земли из ненависти к батюшке, а собор Латиновской иконы Божьей Матери, который по предсказанию отца Иоанна Крестителя Ярослава II пришествия Христова, большевики взрывали два раза. Собор был сильно поврежден, но стоял, в ближайшие дни восстановлен, сейчас не совершается богослужение. Да, колокол, конечно, большущий, громадный.
тут как красиво, вот это, смотри. А как сделать, ну, это вот так на вытянутую руку? Другую, наверное, камеру надо, да, сделать? Да, уже ложусь. Давайте все вместе. Конечно, давай. Подходи. Все, еще три по моей команде вниз дернем. Вниз? Да, вниз. Вниз. Готово? Да. Два, три. Раньше много легенд ходило, что с помощью колокольного звона останавливали распространение различных видений. Вы знаете, современная наука это даже подтверждение находит. Если это так, я желаю вам здоровья.